Казанцев бросил все свои силы на то, чтобы замять скандалы, которые в последнее время обрушились на клуб «Бурые медведи». Сейчас клуб напоминает корабль с пробитым дном. Не успеваешь заделать одну течь, как сразу появляется другая. После того, как в команду вернулся Сергей Макеев, проблем стало меньше. Но все равно до конца ни один раз жизненно важный вопрос решить так и не удалось за все время. А время таки идет. Кира понимает, что ей больше нечего делать в Санкт-Петербурге, да и с самого начала ее работа была просто уловкой Регины, чтобы разлучить их с Сашей Костровым. Теперь она хочет вернуться в родной город, но с работы ее не хотят просто так отпускать. Говорят, она показала себя как хороший специалист.